Я встаю, мою посуду и получила вот такой звонок на телефон. Так как я блогер, у меня всегда рядом второй телефон, я быстро сообразила и стала снимать. В банке я не обращалась, никуда предварительно не звонила, заявок не делала. Слушаем, что дальше. Что, подождите еще раз, что-то плохо слышно вас. Наталья Николаевна, вас беспокоит технический отдел Сбербанка, меня зовут Дарья. 7 минут назад поступила заявка от вашего имени на изменение финансового номера. Финансовый номер – это сотовый номер, который вы оставляли в отделении банка для обратной связи с вами и смс-информирования со стороны банка. В заявке было указано ваш номер с окончанием 1070 изменить на номер с окончанием 8315. Вы подтверждаете его замену? Да я уже его недавно поменяла. Все я сделала. Я уже была в банке, мне все подтвердили. Итог. Чтобы обломить мошенников, всегда соглашайтесь с ними. Дальше они отключаются.